Всем большой привет, с вами Карина, и сегодня видео мы снимаем совместно с замечательным блогером, с очень нежной девушкой, и ее канал называется Beauty Vanilla. Да, девушка зовут Валя, и после моего видео можете перейти по ссылке, которую я оставлю снизу в инфобоксе, и перейти и посмотреть ее вариант макияжа. И сегодняшняя тема видео будет макияж наугад. Да, это такой вызов. У нас уже приготовлены цвета, я положила разные цвета в чашечку, да, и я буду просто вытягивать какой-то цвет, я не буду видеть, какой цвет я вытянула, потом, когда я его увижу, и этим цветом я буду делать макияж. Ну, то есть сейчас вы все поймете, например, каким цветом у меня будут брови, каким цветом губы, глаза и так далее. И да, видео носит исключительно юмористический характер, так что не пугайтесь. И что у меня для этого видео есть? Чашечка с цветами, я покажу, вот так они выглядят, то есть там просто разноцветные такие комочки из бумажек я сделала. Мне понадобится база под тени, кисточки. Помощь у меня придет вот такая палетка от Sephora, я ее только что приобрела, я ее еще не показывала ни в покупках, нигде. Так что потом еще будет видео отдельно об этой палетке. Единственное, я могу сказать, что в этой палетке есть вот такое огромное количество цветов. Точно так же здесь румяна, помадки и так далее. Ну и первым делом я нанесу себе базу под тени и буду готова. И достаю первый цвет, которым я буду оформлять брови. Так, я не смотрю. А цвет, видите, я при вас его открою. Ну, вернее, как покажу вам просто его. Это цвет, так, темно-синий. Начинаем оформлять брови темно-синим цветом. Он даже такой немного фиолетовый уходит. Да, у меня такой цвет есть. О-о-о! Ничего себе! Ну что ж, такой цвет смотрится такой более в черный, что ли, отдает. Ну что, такие темно-сине-фиолетовые брови получились. Верхнее веко. Так, опять выбираю цвет. А сейчас смотрим. О боже, какой бы это был цвет? Черный! Я не буду выводить прям конкретно макияж такой делать, знаете, просто верхнее веко покрываю черным цветом. Ну что ж, я пытаюсь немного растушевать черный. Я специально взяла вот такую большую кисть от Real Techniques, если кто не знает, чтобы как-то более-менее это все выглядело. Люблю такие макияжи, которые смешные. К следующему мы приступаем к нижнему веку. Верхние веки у меня уже готовы. Опять же, я не смотрю туда, вы прекрасно это видите. Достала коричневый, ну, такой бежевый, коричневый, в общем, коричневый любого оттенка, да, в принципе, можно. Коричневый, матовый, и наношу на нижнее веко. И смоки получаются. Внутренний уголок глаза. Беру стаканчик, достаю бумажку. Фиолетовый цвет. На камеру. Ну, кстати, да, но это у меня фиолетовый цвет. Ох, какой он пигментированный, оказывается. Ну вот, примерно так уже и выглядит. Девчонки, у меня так жарко дома. У меня лицо все вспотело, так что на лицо внимания не обращаем. Контурирование лица, то есть я просто тон наносила, да, немного, а контур я не делала. Опять же, достаю цвет оранжевый, представляете, ну более-менее у меня это получится, то есть оранжевый цвет, золотой, бронзовый, то есть я их могу, в принципе, вот эти цвета использовать. Сделаю контур немножко по носику. Ох, ничего себе. Они-то сильно, такие сильно, как металлические оттенки, кстати. Поэтому
смотрятся сильно-сильно блестящими. Да, для контурирования, конечно, эти тени не подходят. Да, на носик сильно прям нанеслось. Ну что ж, ладно, беру стаканчик, перед вами достаю цвет, и цвет голубой. Такой небесно-голубой. Ну, кошмар. Сейчас посмотрим, что у нас получится из румян голубым цветом. Голубой цвет у меня тоже здесь есть. И начинаю. О, я сейчас буду прям реальным таким трупиком. Вариант макияжа, как на Хэллоуин, у нас, можно сказать, есть. Не знаю, как в камеру видно, не видно голубого. Ну все, я с румянами тоже закончила. Ну и последнее, что у нас осталось, это губы. Опять же, достаю цвет. Красный! Смотрите, красный, я не подсматриваю, вы сами видите, но губы у меня будут красные. На губах, кстати, у меня такой просто типа бальзамчика нанесен, но сейчас сделаю просто обычными помадками, вот здесь вот у меня, я сделаю просто красные губы. Ну все, я готова, в принципе. Ресницы, да, я уже красить, наверное, не буду, потому что я сейчас пойду прямиком это все смывать. А, можно, за исключением таких румян, да. Еще хочу сказать, все цвета у меня были в этой палетке. А давайте я покажу вам в этом стаканчике, какие цвета у меня еще остались. Остался у меня еще желтый цвет. Остался у меня зеленый цвет. Остался розовый и остался белый. Я их выбирала вместе с вами, вернее, вы смотрели за этим процессом. Я очень надеюсь, что вам понравилось такое видео, я вас повеселила. А теперь переходите, пожалуйста, на канал Валентины и смотрите, какой же она нам макияж покажет. Всем спасибо большое за просмотр, всех люблю и пока-пока!